Привет всем! Продолжу свой рассказ об одной из самых драйвовых экскурсий в Турции – экскурсии в Кетрулю каньон. Напомню, что эта экскурсия состоит из двух частей. Первая часть связана с рафтингом по реке Кетрючай. Вторая часть заключается в джип-сафари каньоне Тазы. Собственно, сейчас напомню вам лучшие моменты нашего рафтинга. После рафтинга, который длился около 2 часов, нас ждал скромный, но сытный обед. Хочу заметить, что так как напитки были за дополнительную плату, хитрый турок щедро приправил макароны луком и разными специями, которые немедленно вызвали нешуточную жажду. Ну да ладно, Восток, как известно, дело тонкое. Отдохнув после обеда минут 20, рассаживаемся по джипам и отправляемся к каньону Тазы, расположенному по ощущениям в километрах 15 от места нашего привала. В самом начале нашего путешествия проезжаем через каменный арочный мост Аллук, оставшийся, вдумайтесь только, со времен Римской империи. Высокий, около 27 метров и очень прочный мост, возведенный во втором веке, соединяет края каньона. Удивительно, но сооружение древних римлян благодаря надежной арочной конструкции служит и по сей день, выдерживая, как мы видим, значительные нагрузки.
Минут через 25 езды по серпантину и бездорожью прибываем к стоянке около каньона Тазы. Еще минут 10 неспешной прогулки, и нам открываются потрясающие виды каньона. Отправляемся в обратный путь. К сожалению, сам осмотр каньона был довольно скомканный. Длился не более получаса, и, как вы могли убедиться, нужно было быть готовым к довольно жесткой конкуренции за право сфотографироваться в наиболее выгодных точках каньона. В самом конце экскурсии желающие могли пройтись по маршруту канатного парка. Аккуратно. Молодец. Там
Ну что ж, это был последний фильм о нашем отдыхе в Турции. Кто не видел предыдущие ролики, приглашаю к себе на канал. Не забываем подписываться и ставить лайки. Ну а пока.